Здравствуйте, меня зовут Лариса Кванус, и сегодня я хочу вам рассказать, как зарегистрироваться в компании Libertarian. Первое, что вы должны сделать, это перейти по ссылке вашего спонсора, и у вас высветится вот такое окошко. В этом окошке вы проверяете имя, фамилию и логин того человека, который дал вам ссылку на регистрацию. Если все правильно, нажимаем «Confirm». И у вас высветится форма, которую надо заполнить. Сразу хочу сказать, что заполнять все данные нужно правильно, потому что в момент вывода денег у вас попросят сканированные ваши документы. Поэтому для того, чтобы потом не писать в ступор, чтобы у вас все было заполнено сразу правильно, и тогда вы просто сканируете ваши документы, и все будет подтверждено. Что нам здесь нужно заполнять? Name – это имя. Вот сюда вот мы пишем имя. Surname – это фамилия. А вот сюда вот мы пишем номер удостоверения нашей личности. Это может быть номер паспорта, номер водительского удостоверения. В моем случае это номер резиденции, поскольку я живу в Испании, у нас есть номер ID. Мы сюда не пишем слово паспорт, никакие другие слова, мы просто пишем его номер. Никнейм. Следующее мы ставим. Никнейм – это то имя, под которым мы будем высвечиваться в системе Libertarian. Это будет под этим никнеймом. Когда мы будем давать ссылку на регистрацию, значит, будет высвечиваться это имя. В системе Binaria оно тоже будет высвечиваться. Дальше мы пишем наш email. Желательно регистрироваться на почту Gmail, потому что эта почта лучше всего подходит для регистрации. Здесь мы повторяем наш Gmail, здесь мы пишем паспорт, то есть пароль, и здесь мы повторяем этот же пароль. Это все мы куда-то записываем для того, чтобы потом у нас не было проблем с тем, что мы забыли пароль, мы чего-то неправильно написали. То есть мы все это записываем и сохраняем. Следующее, что мы должны написать, сюда поставить код, вот этот код, который у нас высвечивается слева. Это капча. И когда мы все это поставили, мы нажимаем кнопочку «Submit». И если все у нас правильно, следующим шагом компания нам пишет, что вы зарегистрированы в компании, поздравляем вас с регистрацией. Через несколько минут вы можете зайти в свой аккаунт. Как зайти в свой аккаунт? Вы можете зайти в libertarian.com и по вашей электронной почте и по вашему паролю вы уже можете зайти в свой аккаунт. Это таким образом делается бесплатная регистрация. Каждый человек, который регистрируется в компании, изначально регистрируется бесплатно. Только после этого он уже может оплатить какой-то платный статус. Бесплатный называется бронза. Платных статусов у нас два – серебро и золото. Вот. Что может зарабатывать человек на бесплатном статусе? 10-15 долларов в неделю. И находиться на бесплатном статусе ровно столько, сколько он захочет. Месяц, два, год, пять лет, сколько хочет. Все это время зарабатывать. В любой момент, когда он захочет перейти на платный статус, он может это сделать. В любой момент, абсолютно. Зачем переходить на платный статус? Ну, понятно, там денег больше, да? Сколько же человек может получить денег на бесплатном статусе? К примеру, да? То есть здесь можно получать как на платном, так и на бесплатном статусе. Значит, немножко забегая вперед, скажу, что на платном статусе на серебре мы получаем 30-50 долларов в неделю, а на платном статусе золота мы получаем 80-100 долларов в неделю. Это значит где-то около 400 долларов в месяц. Но, естественно, надо положить какую-то сумму денег. Да? Но, однако, получать 400 долларов в месяц – это не так плохо. Но нас никто не просит переходить на платный статус. Мы можем хоть всю жизнь находиться на бесплатном статусе. Вот это вот таблица расчета, на которой видно, сколько же может получать человек, находясь на бесплатном статусе. Вот представьте себе, вы находитесь на бесплатном статусе. Вот это вот вы, да?
И вы приглашаете 5 человек в компанию, которым тоже говорите, что вы можете работать у нас на бесплатном статусе. И вы, если не хотите, можете не вложить вообще никаких денег. Если вы просто делаете свою работу, вы получаете 10-15 долларов в неделю. Если же вы, кроме того, что делаете свою работу, еще хотите создавать структуру, вы можете ее создавать. Вы можете приглашать и платных людей, и бесплатных людей, и получать проценты за их работу. То есть, если вы приглашаете бесплатника, за то, что вы его пригласили, вы не получите, естественно, ничего, потому что он ничего не внес. Но если человек ваш бесплатник, вы его научили работать, он зарабатывает деньги, то от того, что он зарабатывает, вам идет, поскольку вы на статусе бронза, вам идет 1%. Вы также можете приглашать и платные статусы, вам от них тоже идут деньги, но, естественно, больше, потому что золото и серебро получают больше. Да? Вот. Но даже если вы приглашаете бесплатников, мы можем получать до 6 линии. 1% до 6 линии. Представьте себе, что вы приглашаете людей, которые так же, как и вы, занимаются рекламой нашей компании и получают за это деньги. Вы с них получаете 1%. Если вы в первую линию пригласили 5 человек, научили их работать и помогли им тоже пригласить по 5 человек, и так до 6 линии ваш доход, не внося ни копейки денег, будет составлять 9765 долларов в месяц. Представьте себе, какие это деньги. И теперь еще представьте реальность заработка, кто может в каком другом месте предложить такое. То есть люди зашли на бесплатный статус, вы сами находитесь на бесплатном статусе, мы просто занимаемся рекламой нашей компании, нам платят до 6 линии, и мы получаем такие деньги. Это просто расчет, что каждый пригласил по 5 человек. Это не обязательно 5. Кто-то может пригласить одного, кто-то может пригласить 25, кто-то может пригласить 100. Да? Главное, что если мы приглашаем, помогаем нашим людям, то мы можем получать такие деньги, можем получать меньшие деньги, мы можем получать и намного больше деньги. Это по поводу бесплатника. Сколько же получают люди, которые заходят на платный статус? Это, конечно, совсем другие цифры и совсем другие расчеты. Это очень большие деньги и очень серьезная компания. Те, кто заинтересован в дальнейшей информации, можете послушать мои следующие ролики о компании, о том, где же компания сама берет деньги, это основной вопрос, да? Чтобы выплатить вот этим бесплатникам, никто ведь ничего не внес, где же она возьмет эти деньги? Это очень серьезный вопрос, потому что очень много компаний работает как бы на рекламе, и они побывши несколько месяцев уходят с рынка. Компания LibertyA сломала все стереотипы работы именно по рекламе, именно компании, которые занимаются рекламой в интернете. Поэтому у нас есть с чего платить эти деньги. Для дальнейшей информации свяжитесь со мной по скайпу. Я вам все расскажу, покажу, помогу. И будем работать и зарабатывать вместе деньги. Чем быстрее вы зарегистрируетесь и начнете зарабатывать деньги, тем лучше для вас. Кроме того, здесь есть система бинарная, поэтому те, кто понимает сетевой маркетинг, понимают, что время работает против нас, если мы не делаем быстрых движений. И потом вы ничего не теряете, зарегистрировавшись бесплатно. Поэтому время – деньги, регистрируйтесь и связывайтесь со мной или с тем человеком, который дал вам эту ссылку на регистрацию.